было хорошо, а сегодня ломит суставы, кружится голова, клонит в сон, колотится сердце. В чем причина? Многие списывают это на погоду. А тут еще и магнитные бури. Неврологи говорят, диагноза метеочувствительность нет, проблема в другом. Человек живой, он живет в природе и взаимодействует с природой. То есть он адаптируется к воздействию окружающей среды, к смене температуры, к смене влажности. И наша вся внутренняя система, то есть и нервная, и сердечно-сосудистая система, у нас очень много биохимических механизмов, приспособленных адаптироваться. В этом термине и кроется вот этот негативный аспект, что люди все списывают просто на метеозависимость. Магнитные бури обрушились на Землю в начале мая и будут почти до середины месяца. Еще то дожди, то солнце. И все это действительно влияет на здоровье, как спусковой крючок. Больше страдают люди с сосудистыми проблемами – гипертоники и гипотоники. Если человек здоров, и его системы работают адаптивно, человек приспосабливается к смене погоды, температуры, резкой смене атмосферного давления – то есть при взлете, при посадке, при поднятии в горы, при разных вот этих состояниях организм приспосабливается. Но если есть уже проблемы со здоровьем, они просто проявляются. Специалисты советуют делать зарядку и принимать контрастный душ. И еще важно не пускать здоровье на самотек. Если вам плохо от погоды или магнитных бурь, сразу к врачу. Специалисты помогут разобраться в проблеме.